Вчера черных вместо рыбы вылавливали. Мы служим, лучше выяснить это сейчас, чем потом все время ждать ножа в спину. Похоже на легкую манию преследования. Тебе не обязательно с нами идти. Я и не собиралась. Жалился ты над ним. Идете куда-то? Цири говорит, что нам надо взглянуть на одно место на Скеллиге. Похоже, Авалак что-то от нас скрывает. Когда мы вместе были на островах, Авалак упоминал какую-то лабораторию. Ему надо было туда телепортироваться на минуту, чтобы что-то забрать, и он не захотел брать меня с собой. Странно он тогда себя вел. Довольно подозрительно. И что, вы собираетесь просто пробраться туда и пошарить по углам? Да. Пойдешь с нами? Хорошо. Где это? На маленьком острове между Ундвиком и Спикероугом. Придется сделать крюк. Я выяснил, что солнечный камень может быть в гроте на Артскеллиге со стороны моря. И там мне потребуется магическая помощь. Идите ищите лабораторию. А я осмотрю Артскеллиг. Потом, если хочешь, присоединяйся ко мне. Ты минуту назад говорил, что пока не привыкла к магической симуляции зрения. Разве? Я и забыла, как она умеет выводить меня из себя. Пойдем, Цири. Мы будем ждать тебя там. И что теперь? Собираешься отрастить себе новые глаза, как Вильгефорц? Когда я его убил, процесс восстановления еще не закончился. Выглядело это отвратительно, но... Надо думать, ты упомянул этого извращенца совершенно случайно. Естественно. Еще я слышал о слепом богаче краснолюдии из Махакама. Он приказал вставить себе в глазницы два огромных... Слышишь? Угу. Что она сказала? Ты не понял. Зараза! Только как мы теперь заберемся наверх? По лестнице. Сейчас я ее починю. Готово. Пойдем. Я заметила, что все это напряжение между тобой, Йеннифер и Трис плохо влияет на Цириллу. Похоже, вы не представляете, как это выглядит со стороны. Трис изображает старшую сестричку Цири, а сама только и ждет, как бы прыгнуть к тебе в постель. Вы с Йеннифер играете в родителей? Да, так что если хочешь притиснуться пятой, у нас уже просто нет места. Что теперь? Похоже, мне все придется делать за тебя. Видишь стража, который выглядит так, будто ждет платы? У меня нет мелких денег. Платить надо кровью. Этот страж — Фиалам, персонаж из эльфской легенды. Ты что, правда ничего не читаешь? Прошу. У Йеннифер должно быть действительно огромное влияние на Императора, если он гарантировал ложе безопасности. Что ты об этом думаешь? Что я думаю? Ты правда хочешь просто так поговорить об этом безо всякого... Геральт, я устала, давай присядем и поговорим. Тебе так важны предварительные игры? Лучше поговори с Йеннифер. Даже я вижу, что между вами остались какие-то нерешенные дела. Йеннифер всегда была сама по себе.
И это действительно трогательно, что теперь она решила позаботиться об интересах ложи. Если ты не доверяешь, после победы над дикой охотой можешь поискать убежище, например, в Ридании. Или сунуть голову в пасть Риггеру. Спасибо. У меня другие планы. Тебе не нравится перспектива работы на Императора? Наоборот. До сих пор самой большой ошибкой ложи была ставка на слабых властителей. Тебя влечет то, что Имгир держит своих чародеев на коротком поводке, да? Йеннифер старалась не вмешивать тебя в политику и была права. Ты бы не сориентировался, откуда дует ветер, даже если бы описал себе штаны. Договор с Имгиром — ваше дело. Ты не со мной об этом разговаривай. То есть она тебе ничего не сказала? А что она сама собирается делать? Разве она не хочет стать советницей молодой, многообещающей императрицы? Держись подальше от Цири. Она уже взрослая, Геральт. Ты все время забываешь, что она уже может решать сама за себя. Так что, идем? Погоди. Тут что-то есть. Чувствуешь? Нет. Мой медальон... Не смеши меня этой своей висюлькой. Настроиться на магию эльфов куда труднее, чем почуять смердящего беса. Смотри. Архан Люмар! И что? Это значит, солнечный камень где-то здесь. Ну, что стоишь? Попробуй подвигать зеркала. Ну, наконец-то. Давай его мне и пойдем. Не так быстро. Мы должны кое-что обсудить. Дай угадаю, ты должна лететь. Сейчас ты скажешь, что по какой-то причине солнечный камень тебе куда нужнее, чем нам. Обернешься совой и... Не знаю, с чего тебе это пришло в голову. Сейчас безопасность Цири для меня важнее всего. Я хотела поговорить с тобой о будущем. О моем будущем. Тебе наверняка понравится в Нильфгаарде. Я рекомендую гористые окрестности Назаира. Там прекрасный воздух. Ты гляди, а Йеннифер говорит, что у тебя нет чувства юмора. А теперь слушай внимательно. Как только мы одолеем дикую охоту, и Цири будет в безопасности, ошеломительная карьера Йеннифер при Императорском дворе закончится. С моей точки зрения, все складывается замечательно. Потому что меня не интересует возрождение ложи, если у меня в ней не будет решающего голоса. И ты все это говоришь, потому что... Когда мы разгромим дикую охоту, ты собираешься ускользнуть вместе с Цири через черный ход и затаиться где-нибудь в глуши, так? Это очень романтично. Но вместо того, чтобы портить девушке жизнь, лучше возьми с собой Йеннифер и исчезни. Ты хочешь занять место Йеннифер при Имгире? И при Цири. Ты понимаешь, что это случится, так или иначе. И я действительно предпочту, чтобы Йеннифер в этот момент была далеко. Содержать ее в императорских казематах слишком дорого. И потом это будет производить плохое впечатление. Еще рекомендации? Или мы можем возвращаться? Иди. Я знаю, что у тебя много дел. Я как-нибудь доберусь.